Колыбельную на чувашском языке споет на конкурсе «Миссис России» представительница нашей республики Наталья Овсепян. Нашей участнице сейчас необходима поддержка, она выступает под 20-м номером. Проголосовать за Наталью можно на официальном сайте конкурса «Миссис России мира». На данный момент, кстати, она лидирует, у нее уже больше 1300 голосов. Выступать красавица из Чебоксар будет в нарядах от известного модельера Игоря Дадиани. Финал конкурса состоится 2 июня в Краснодаре. Победительнице доверят представлять Россию на конкурсе «Миссис мира».